Привет, привет, доброе, доброе утро, мои дорогие ребята. Доедаю вчерашние роллы. Ну, что они будут тониться до вечера? Обед, обед, завтрак, вернее, завтрак. Что я вру, какой обед? В общем, вот все, что у меня осталось от соуса, я даже, ну, я вылью. Пусть будут так, да? И еще, если не нажрусь, потому что я сейчас ухожу и до вечера буду есть... Ну, куплю какую-нибудь булочку себе на работу или вон сосиску возьму. Приду поздно. Поэтому надо подкрепиться. Кофе я уже пила, но еще кофе налила. Люблю кофе по утрам. Имбирь кончился. Закончился. Как дела, как настроение? Давайте. Кто тоже кушает? Давайте вместе со мной. Они были в холодильнике. Ничего с ними не случилось. А доедать надо. Вкусненько. И такие все аккуратные. Кстати, мы заказывали, ну, я в карате суши. Прям аккуратненькие. Не разваливаются. Блин, я что-то уже заговариваюсь. Хотела сегодня выспаться. Ну, думайте, как? Выспалась? Фиг. Пол седьмого. Ну, зато я успела все сделать практически. И вовремя уйти на работу. Ну, я же уже ушла. Вы смотрите это видео, у меня-то нет дома. Я на работе. Горячий кофе. Без молока не могу. Что значит встать рано и уйти вовремя на работу? Сделать все дела практически. Сделать на ужин еду, приготовить. Сделала я селедочку под шубой. Да что, что-то у меня все из рук валится. Все-все быстро, бегом-бегом. Прибраться. Не убраться там прям глобально, а прибраться. Позавтракать вкусно. И свалить. Еще накраситься, записать видео. О, что-то я объелась. Вроде так есть хотела. А даже не знаю. Я еще себе бутерброд приготовил, но думаю, я не съем. Рыбные дни продолжаются. Mm.
честно, не люблю работать допоздна. Ну, вот прям вот вторую смену вечернюю. Для меня это очень тяжело. Потому что я рано встаю. Ну, так многие, да? И после 8 часов я, наверное, приду. Вот такая. Убитая. Вкусно. Но хватит. Я честно наелась. Но с собой что-то надо взять. Или купить. Я же все равно раньше приду. Пока дела. Пока туда-сюда. Проголодаешься. Сегодня надо взять. А до 8 часов вечера? Не утерпишь. Есть люди, которые любят работать вечер. Вечером. Вот у меня соседка за стенкой. Она вообще всегда, ну, она работает в детском центре творчества. Она сколько лет работает во вторую смену, там, с 2-3 часов и до вечера. Говорит, ой, я так уже привыкла. Я и дела все сделаю утром. И все переделаю. И посплю. А для меня вот тяжело. Очень. Ладно, все, всех обняла. Пока-пока, чмоки-чмоки.